Great Wall скоро выпустит в продажу новый гибридный внедорожник Tank 400 Hi 4T. Бренд Tank – это автомобильный бренд, ориентированный на внедорожники. Его модель Tank 300 была хитом продаж, когда она впервые была запущена. Вторая модель марки Tank 500 также обладает высокой прочностью и пользуется спросом у потребителей на рынке. Можно сказать, что каждая модель танкового бренда очень хороша с точки зрения репутации и прочности внедорожника. Экстерьер новинки рассчитан на привлечение молодежи. Он выделяется грубыми рубленными формами, короткими свесами, высоким клиренсом 224 мм, огромными колесными арками на заклепках и запаской на пятой двери. В движение гибридный внедорожник будет приводить совершенно новая интеллектуальная подзаряжаемая установка Hi 4T. В ее основе двухлитровый турбодвигатель мощностью 252 лошадиных сил и пиковым крутящим моментом 380 ньютон-метра. При помощи девятиступенчатого автомата этот силовой агрегат будет работать вместе с электромотором. Совокупная отдача всей системы составит 408 лошадиных сил, а крутящий момент достигнет 750 ньютон-метра. Благодаря этому разгон с 0 до 100 км в час будет занимать у внедорожника всего 6,9 секунды. Несмотря на всю внешнюю брутальность в интерьере, автомобиля не обошлось без современных фишек. Например, внутри можно отметить 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель и огромный центральный монитор управления с диагональю 16,2 дюйма. При этом их дополняет и третий проекционный экран на лобовое стекло. Кроме того, новый автомобиль также имеет зеркало заднего вида с потоковым мультимедиа со сверхшироким углом обзора и автоматической антибликовой функцией. Кроме того, Tank 400 предлагает в стандартной комплектации электрорегулировкой поясничного подпора для водителя, а также регулировкой в четырех направлениях и обогревом переднего сиденья. А топовые модели оснащены электрорегулировкой сиденья водителя в шести направлениях, вентиляцией и обогревом, предусмотрен массаж и память водительского сиденья. Он оснащен фамильным рычагом КПП и двойной беспроводной зарядкой для мобильных телефонов. Кстати, на данный момент внедорожнику обещают салон исключительно на 5 посадочных мест. В списке оснащения – обычный или панорамный люк, камеры кругового обзора и выдвижные подножки. Багажник на 566 литров оборудован розеткой на 220 Вт, а при сложенном заднем ряде сидений он увеличится до 1800 литров. Любители активного отдыха, которые любят кемпинг, рыбалку, серфинг и катание на лыжах, оценят это по достоинству. Гибридная силовая установка Hi 4T оснащена портом быстрой зарядки, а также может применять один из трех режимов энергопотребления. Например, для города предусмотрен вариант движения электромобиль. Для этого на борту танка установлена тяговая батарея сравнительно большой емкости 37,1 кВт-часов, которая заряжается всего за 24 минуты от 30 до 80%. Она позволит внедорожнику преодолеть около 100 км пути, вообще не используя бензиновый двигатель. Но если во время движения заряд аккумулятора опустится ниже 10%, то автоматически активируется гибридный режим. В таком случае на помощь электромотору придет бензиновый двигатель. Кроме того, существует еще интеллектуальный режим движения. При его активации система сама контролирует все силовые агрегаты и энергозатраты, основываясь на стиле управления пользователя. Расход топлива, заявленный компанией, составляет в гибридном цикле 2,6 литра на 100 км, а только на бензиновом двигателе равен 9,5 литра на 100 км пути. Внедорожник можно заправлять топливом с октановым числом 92, что еще больше снижает стоимость эксплуатации автомобиля. Что касается внедорожных качеств танка, его угол въезда составляет 33 градуса,
угол съезда 30 градусов, минимальный дорожный просвет 224 мм, максимальная глубина преодоления брода 800 мм. Столкнувшись с интенсивными внедорожными потребностями заядлых любителей бездорожья, танк 400 может быть оснащен тремя блокировками: блокировка центрального дифференциала, блокировка дифференциала переднего моста, блокировка дифференциала заднего моста. Он также оснащен 12 режимами движения. И многие другие функции, позволяющие с легкостью справляться практически с любыми дорожными условиями. Его собственная снаряженная масса составляет 2365 килограммов, а полная достигает 2915 килограммов. Внедорожник порадует любителей прицепов. Автомобиль может утащить до 2,5 тонн. Его габариты составляют: длина с учетом заднего колеса 4985 мм, ширина 1960, высота 1905, колесная база 2850 мм. По этим параметрам 400-й превосходит модель Tank 300. Стандартные диски на 18 дюймов. Как пишут китайские СМИ, стоимость гибридного Tank 400 будет находиться у отметки 300 тысяч юаней, это 41,5 тысяч долларов, а продажи должны стартовать уже в ближайшее время. Приятного вам просмотра, ставьте лайк и не забывайте подписаться. Ваша оценка нам всегда будет приятна и вдохновит для нового творческого развития.